это этому мужику, потому что он мотивирует просто сотни тысяч людей заниматься спортом, при том не только в нашей стране, но и во всем мире, и меня в том числе. Спортивную карьеру именно на этом турнире, потому что, конечно, сегодня даже ребята подтвердили, у нас сегодня первый старт, пожелаю нам успехов, чего-нибудь. И мне приятно, что у них есть такая возможность сразу на какой-то крупный турнир ехать, а попробовать себя на Кубке Ишанкина и дальше уже пробовать на региональных или каких-то там всероссийских турнирах. Друзья, спасибо, что вы здесь. Всем желаю приятного, хорошего дня, отличного настроения. Знакомьтесь, общайтесь, фоткайтесь и, конечно же, участвуйте во всех. Уровень участников оказался очень высоким. Приехали из многих регионов, да, из Питера, из Москвы, Новосибирск, Красноярск, местные все, челябинские, местные. О, хороший турнир такой всероссийский получился. Участников достаточно, категории хорошие, большие и серьезный, сильный состав. Ну, сами видели, да, пляжники особенно, ну и девчонки тоже, девчонки очень красивые.